Всем привет, добро пожаловать на канал Неврозы Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, и я хочу поподробнее рассказать о том, что такое программа разбора кейсов, и ответить на самые популярные вопросы, которые вы задаете. Первый вопрос, который я вот выписал себе несколько. Первый вопрос самый популярный. Для кого эта программа? Почему я не могу попасть, если я не прошла ваш базовый сезон, там первый, второй, третий, четвертый, пятый или шестой? Я объясню. Разборы кейсов – это достаточно профессиональная программа для того, чтобы люди, которые уже справились с определенными привычками себя пугать, смогли услышать или разобрать себя, услышать 4-5 примера. Помните мою реалити с Юлией? Вот мы будем разбирать голосом, анонимно. Люди мне будут звонить, сейчас я расскажу, как это будет в скайпе. И я буду разбирать конкретные случаи и буду концентрироваться больше не на каких-то базовых ошибках, а на том, как человек ведет когнитивную терапию, какие ошибки он конкретно совершает, или какие обстоятельства и что ему необходимо делать. В каждом занятии, которых будет всего 8, мы будем разбирать 4 или 5 случая. Поэтому те, кто не проходил базовый сезон и не знает основы когнитивной терапии, не знает основные методики, им будет не то чтобы сложно, они не очень поймут, про что это, потому что мы будем сосредотачиваться именно на следующем шаге для тех, кто уже был на сезонах или для тех, кто со мной занимался. Но у нас грядет впереди 7-й сезон, и мы решили сделать так, что те ребята, которые запишутся на 7-й базовый сезон, могут принять участие в этих кейсах. Кейсы стартуют 14 ноября, а 7-й сезон стартует 27 ноября. И у нас получается такое наложение. Сначала вы начнете с кейсов, и пройдет несколько занятий, а потом вы начнете 7-й сезон. И кейсы, поскольку вы будете иметь записи, вы сможете потом дополнить свое занятие на 7-м сезоне. Проще говоря, если вы хотите прийти на кейсы, то вам необходимо прийти на 7-й сезон. Но чтобы для вас это не было супер накладно, мы решили сделать следующим образом. Если вы решаете пойти на кейсы и на 7-й сезон, то для вас будет большая скидка. Посмотрите на ссылки в описании, посмотрите на наши социальные сети, на сайт, вы все увидите. Поэтому, да, возможно прийти на разборы кейсов, если вы будете участником 7-го сезона, если вы не были никаким участником ни с каких сезонов. Ну, а если вы были участником 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го или 6-го сезона, пожалуйста, милости просим. Эта программа дополнит и детально разберет все случаи, включая и ваш. Следующий вопрос – очень популярный, как я буду выбирать людей, которых я буду разбирать. Я сегодня ребятам на 6-м сезоне это объяснял, объясню сейчас еще раз всем. Моя задача за 8 занятий показать те самые популярные ошибки и разобрать самые типичные и самые, как вам кажется, индивидуально сложные случаи. В каждом занятии я буду разбирать от 4 до 5 человек и буду выстраивать так, чтобы сначала вы будете писать все свои жалобы. Во-первых, у вас у всех будет мой рабочий скайп, прежде чем вы придете на наши разборы. И когда вы будете писать свои жалобы и свои ошибки, я буду компоновать занятия так, чтобы мы, например, взяли одного человека с социальным страхом, социофобией, одного человека, например, с ОКР, одного человека, у которого не получается что-то по дневникам, он не верит в то, что он пишет, один человек, который не может принять решение, потом кого-то в отношениях с проблемой, у кого-то. То есть мы за 8 занятий разберем всю палитру невротических расстройств. И вы удивитесь, как уже на середине вы скажете: «Блин, вот оно. Вот она моя ошибка. Теперь я понял, и теперь я знаю, что делать». Поэтому даже не переживайте. Здесь вопрос не в том, чтобы вас лично, а в том, чтобы я охватил всю палитру. И я охвачу всю палитру. И ваш случай разберем, потому что нас будет там не 1000 человек, нас будет около 100, не больше. И уж половину мы разберем точно. А вторая половина просто будет говорить: «Блин, это про меня, и это про меня, и это про меня, и, черт побери, и это про меня». Офигеть! Следующий вопрос – когда? Я уже сказал, что с 14 ноября мы начинаем кейсы. Ну и, соответственно, вопрос про запись. Да, будет опять доступна запись. То есть вы сможете, если вы будете не в своем часовом поясе, вы сможете пересматривать запись этих кейсов и разборов.
Ну и, соответственно, все. Это самые популярные вопросы, которые вы задавали, поэтому я вам искренне рекомендую посетить это занятие, этот тренинг онлайн, потому что я думаю, что он в 2018 году станет очень серьезным и очень терапевтическим, и очень таким массивным, что ли, тренингом для тех, кто уже хочет дальше разбирать свои случаи, исправлять ошибки, потому что на базовых сезонах вы научились когнитивной терапии, но у вас, скорее всего, останутся какие-то ошибки. Вот на этих разборах кейсов мы и будем исправлять ваши ошибки. И вы удивитесь, как множество случаев очень похожи на ваши. Поэтому с 14 ноября я вас жду на разборах онлайн. Для тех, кто придет на 7-й сезон и параллельно на разборы кейсов, у вас будет мега-программа. Вы будете заниматься понедельник на базовом сезоне, вторник разборы кейсов, среда разборы кейсов, четверг опять базовый сезон. И так 5 недель. У вас будет офигенно мощная программа от когнитивной терапии, работы с симптоматикой, управления эмоциями до конкретных разборов кейсов каждого невротического случая, случая ВСД, почему возникает, какая ошибка, как вести таблицы, в чем моя ошибка. То есть вот этим ребятам я искренне завидую. Поэтому 6-й сезон тоже успевает на разборы кейсов, накладки. Так что милости просим, будет очень полезно. Это мега крутая программа, и я жду всех желающих, кто хочет детально и глубоко продолжить свою терапию. До встречи 14 ноября на новой онлайн-программе. Счастливо!